Большинство ведь успешных людей начинали с самой задницы, у них не было даже среднего образования, а сейчас они ух. Всем привет, друзья! Люди часто жалуются на свою жизнь. О, мне не хватает денег, я плохо живу, мало зарабатываю, плохая работа. Когда человек не может определиться, это самое прискорбное, потому что у человека нет определенной цели. Если у людей есть определенная цель, то они могут ее добиваться, они могут идти к этой цели и делать то, что им нужно для того, чтобы достигнуть этой цели. Люди, у которых нет этой цели, они не делают ничего, они просто делают непонятно что, они тут уцепятся, там уцепятся, тут работу найдут, там работу найдут, не знаю, тут подработка, где-то еще что-то. А люди, у которых есть определенная цель, они будут бомбить просто в этом направлении, они будут целенаправленно идти к этой цели. Человек, который хочет чего-то добиться, он пройдет через 1000 преград, через 1000 мостов сожженных, и только тогда он добьется. Он знал, кем он хочет быть с раннего детства. Он хотел быть актером. Возьмите, в пример, Сильвестра Сталлоне, да? Он чистил просто бассейны. Он чистил бассейны, ребята. Потом он захотел изменить свою жизнь, и он начал писать сценарий к фильмам. Они посмотрели на меня и сказали: «Эй, ты выглядишь глупо. Для тебя нет места в этой профессии. Ты никогда не будешь звездой в кино». Он написал много сценариев, и ни одного сценария не принимали. Ни одного не подтверждали сценария. И он получал отказ за отказом, отказ за отказом, отказ за отказом. Он говорит, что меня выгоняли из агентств Нью-Йорка 1500 раз. Я говорю: «Слушай, в Нью-Йорке нет 1500 агентств». Он говорит: «Я знаю. Я был в каждом по 5, 6, 7, 8, 9 раз». И потом он написал, знаете что? «Рокки Бальбоа». Все, он стал известен просто на весь мир. Вот так. Бэм. Все. Ни ты, ни я, никто на свете не бьет так сильно, как жизнь. Совсем не важно, как ты ударишь, а важно, какой держишь удар, как двигаешься вперед. Будешь идти, иди, если с испугу не свернешь. Только так побеждают. Это говорит о том, что ежедневная работа и наличие цели приводит к определенным результатам. К наилучшим результатам, чем у тех людей, которые ничего не могут добиться. Которые пишут, например, комментарии гневные там: «О, он ничего не делает, он блогер, блин». Моя жена кричала на меня каждый день, чтобы я нашел себе работу. «А почему ты не нашел себе работу?» Он ответил: «Потому что я знал, что если я найду работу, я успокоюсь. Я потеряю свой голод. Я знал, что единственное, как я могу сделать это единственный шанс. Это сжечь все мосты». Самое интересное, что такие люди никогда не добьются успеха и будут работать постоянно на какого-то дядю. Они будут просыпаться в 8 часов утра каждый день, будут ждать пятницы, когда уже наступят выходные, и в понедельник будут говорить: «Блин, опять на работу». А те люди, которые поставили себе цель, они будут развиваться, они будут постоянно шаг за шагом идти к своей цели, хоть на этом пути будет огромное количество преград, но они когда-нибудь достигнут этой цели и будут просто на вершине Олимпа. Если я устроюсь на обычную работу, я попаду в ловушку и буду чувствовать себя хорошо в отношении своей жены, и моя мечта будет постепенно исчезать. Я хотел сохранить свой голод. Голод – это единственная вещь, которая, как я думал, дает мне преимущество. Запомните, легким путем никогда не добьетесь ничего хорошего, полезного, не добьетесь никакого богатства, не добьетесь никакой славы и так далее. Знаете, чем отличаются родители от друзей? Родители думают, что в 21 веке нужно работать так же, как и они работали в СССР, руками. Нет. Объясните своим родителям, что в 21 веке можно зарабатывать через интернет деньги, даже не стараясь. Блогеры, ребят, сейчас блогеров целая куча, и огромное количество блогеров зарабатывает больше миллиона в месяц. Но это, естественно, нужно достигнуть такого результата. А ваши друзья будут говорить, что вы ничего не достигнете, это просто другим повезло, а вам ничего не повезет, вы лохи и так далее. Не слушайте таких. Лучше с такими вообще не общаться, лучше вообще их не видеть на самом деле, потому что только один вид будет говорить вам о том, что вы лох и вы ничего не достигнете. Лучше просто избегать таких друзей. Друзья, как и хейтеры в комментариях, они просто завистники. Они будут постоянно вам завидовать и постоянно говорить, что у вас ничего не получится. Они сами ничего не добиваются, они сами ничего не хотят получить. Они сами просто сидят на диване и будут говорить вам, если вы будете чего-то добиваться, чего-то пытаться делать, то они будут говорить, что у вас ничего не получится. Просто забейте на этих друзей. Просто делайте свое дело, продолжайте, и у вас все получится. Моя жена всего этого не понимала. Мы продолжали ссориться. И он говорит: «Мы замерзали.
Я был разорен, у меня не было денег. И самое крутое, знаете что? Когда вы достигнете того, чего хотели, то потом, увидя этих друзей, вы просто будете ловить вот такие взгляды, просто и будете слышать такие комментарии. Нифига себе, реально что ли? Вот так, друзья, будет. Так что всем удачи, стремимся к этой цели, которая у вас положена, и добиваемся своих целей. Каждый день должны думать, что вы будете делать завтра, потому что именно работа – это мозг, это руки, это все работа. Мозгом тоже работают ребята, и мозг – одна из самых важных частей тела, которая заставляет двигать все наше тело, потому что если мы работаем мозгом, то работает все наше тело, понимаете? Поэтому развиваем мозг, развиваем наше тело, движемся к цели, и поэтому каждый день думаем о том, что мы будем делать наперед, то, что мы будем завтра делать, то, что мы будем делать через неделю, какие у нас планы, просто продумываем, работаем ежедневно. Не зря же есть у нас в народе поговорка «3-3 будет дырка». Все так и работает. Если мы работаем каждый день, то мы придем к своей цели, как ни крути, потому что если долбить в одну точку 5 лет, 10 лет, 15 лет, ты все равно когда-нибудь ее достигнешь. И если у вас сегодня не получается достигнуть какого-то результата, это не значит, что у вас не получится через год. Если у вас не получается через год, вы должны бомбить дальше, потому что если тереть, будет дырка. Самое хорошее время принять решение, это когда вся ваша жизнь скатывается в задницу, и вам уже нету там никаких денег, не знаю, поесть даже нечего, и вы должны принять определенное решение изменить вашу жизнь и начать работать в направлении, которое может принести вам доход, постоянную хорошую работу и так далее. Если знаешь, чего ты стоишь, иди и бери свое, но будь готов удары держать, а не плакаться и говорить: «Я ничего не добился из-за него, из-за нее, из-за кого-то». Вы должны стать независимым. Если вы сможете объединить вашу жизнь и вашу работу с одним словом «хобби», то вы работать никогда не будете, потому что хобби – это не работа, это просто удовольствие. А если за это удовольствие вы еще получаете деньги, то это вообще отлично, ребятки. И если ваши друзья тянут вас на дно, скажите этим друзьям «нет» и никогда больше с ними не встречайтесь. А через несколько лет вы увидите их удивленные лица. На этом все, друзья. Надеюсь, вы получили заряд мотивации. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся в следующем выпуске. Пока! Ты мой сын, плоть от плоти. Самое дорогое, что у меня есть. Но пока ты не поверишь в себя, жизни не будет.